Привет! Для этого ролика мы специально подготовили 1000 заданий и каждую категорию заданий расфасовали по разным бюджетам. За $10, $100, $1000 и $10 000. Сейчас я пройдусь по каждой коробке и расскажу о ней поподробнее. Это коробка за $10. Здесь просто детские шалости. Как вы видите, уровень веселый смайлик. В этой коробке находится 778 уникальных заданий. Они друг с другом не повторяются. Как мы заметим, на этой коробке уже появляется уровень скелетик. 200 заданий абсолютно разных, не похожих друг на друга, как и во всех коробках. За выполнение этого задания в копилку участнику идет $100. Здесь уже заданий поменьше, будет 20 штук. Ну и соответственно бюджет уже в 10 раз больше, это $1000 за каждое выполненное задание. Уровень сложности 4 скелетика. И самое хардкорное задание, на которое мало кто решится, только тот, кому действительно нужны деньги. Здесь 10 скелетиков. И 10 это не потому, что это уровень. 10 потому, что больше скелетиков на эту бумажку не хватило. Здесь в этой коробке 2 задания. Но они очень жесткие. Они максимально обезбашены. Сейчас же каждый участник представится перед тобой. Привет, я Ярик, я пришел сюда в очередной раз, чтобы заработать денег и порадовать тебя, зрителя. И, все. Я тебе уже говорил 2 раза, я не обязательно вначале говорю, Я привык говорить, я Ярик, я говорю это гордо, я Ярик! Ladies and gentlemen, here we go, Руслан Каминс! Я пришел опять выиграть, все деньги забрать. Все, вот, смотрите, наблюдайте, как я буду выигрывать. Всем привет, я Ренис, и я пришел сюда поучаствовать в этих заданиях. Деньги не нужны мне. Да шучу, конечно, деньги нужны, деньги это главное. Но я надеюсь, что я смогу выполнить все эти задания. Ребята, в этой игре есть лишь 2 правила. Первое правило. Если, выбирая бюджет с коробкой, вы не выполняете задание, вся ваша сумма сгорает. И второе правило. Вовремя остановиться. Ну что ж, я предлагаю сначала выстроиться по росту. И начнем с самого маленького. Выстроились, все. Денис, можешь выбрать абсолютно любую коробку, но я посоветую начать с этой легкой, чтобы просто понимать смысл игры. Да я тоже решил с самой маленькой начать, потому что, ну я не знаю, что ты там придумал. Нифига, сколько бумажек. Изи, хлестануть мокрым полотенцем. Бей, кто бьет. Так, вот оно полотенце, максимально мокрое. Я ни разу им никого не бил, но Денис так и нарывается это сделать. По жопе не попал, бей еще. Окей, хозяин парень. Зато $10 у Рениса в копилке. 10. Это самый легкий уровень, это самый прям изичный уровень с веселым смайликом. Руся, какую коробочку выбираешь? Рано. Красную? Ты ж камень, красную давай. Давай, хотя да. Че, красный сразу? Давай! Прям так сразу? Сразу красный! Мне хочется посмотреть, как ты будешь лысым ходить. Ладно. Я вот это очень. Опа. Та-да-да-да-да-да-да! Получить леща. Это мне рыбу сейчас дадут? Рукой. Обычной рукой? Все, снимаешь? Давай. Вот такой нормальный. $10 у тебя в компьютере, Руслан. Я поздравляю. Спасибо. Ну, сами понимаете, 778 заданий, они прям максимально уникальны, но вот такие крутые. Супер уникальные, давайте всех забьем за 10 баксов. Мне очень интересно, чем тебя будут бить. Возьми. Не, подожди, я не хочу, чтобы меня били. Вот мне нравится вот этот цвет такой приятный, яркий. Наверняка там что-нибудь приятное, поэтому я возьму вот здесь. Ярик, ты уверен, что ты хочешь перескочить сразу на $100? Может, я не хочу, чтобы меня били. Так ты уверен, что тут нету? А там что, там режут уже? Там уже режут. Ладно, пофиг, давайте, бейте меня 7, я... Мне интересно, что. Ну, запомним. Там, походу, сейчас я такую, походу, и достану, где меня бьют 7. Так, ладно. Так. Вы чё? Чё? Реально бить? Каждый из участников дает 5 со всей силы. Круто! Бейте меня 7, язык враг мой. Ярик, давай я первый начну, дай 5. А ты не участник. Я участник этого видео. Давай. Я тоже участвую. Я тоже участвую. Просто 5 вот так вот держи, каждый будет подходить и бить тебе 5. Ярик, дай 5. Хорош. Мне страшно убить. Давай, бей.
А можно другую руку? Не-не-не, да, блин. Последнюю расслабляю. Ну, дай-ка! У меня рука краснющая. Бабуина. Каждая игра должна приносить удовольствие. Даже сейчас ребята, получая болючие задания, они рады тому, что получают эмоцию. Ну, а если же у тебя нет возможности так же, как и нам, собраться компанией и поиграть, на помощь уже идут видеоигры. Проблемы уже, правда, могут быть со слабым ПК. Хотя, погоди, нет, не могут. ВК Play. Облачный гейминг ВК Play Cloud. Это сервис облачного гейминга, позволяющий арендовать виртуальный компьютер и играть в лучшие игры в отличном качестве даже на старом железе. Погоди, у тебя нет игр, чтобы в них играть? Игры ВК Play помогут выбрать тебе любой жанр и на любой вкус. Там есть как новинки, так и всем полюбившиеся классика. Большой каталог, включая эксклюзивные новинки, такие как Atomic Heart. Разнообразие жанра подходит для любого уровня и опыта игроков. Подожди. У тебя нет друзей? Так, почему бы не завести их во время стрима? Стримы ВК Play Live — это стримы в отличном качестве. Вовлеченное сообщество геймеров. Смотри, общайся с любимыми авторами и другими геймерами. Становись частью большого комьюнити. Также есть ВК Play турниры. Киберспортивные соревнования, как профессиональные, так и любительские на любой вкус. А ВК Play Media оповестят тебя обо всех новостях из мира гейминга и индустрии развлечений. Таким образом, ты не упустишь очередную классную игрушку. Как ты понял, ВК Play — это платформа, которая объединяет все грани гейминга. Играй, смотри, побеждай на vkplay.ru. Ссылка в описании. Низ! Что? Выбирай коробку! Мне такое ощущение, что самое изи уже отсюда вышло. Это было изи? Короче, я, наверное, буду ждать, пока вон ребята решатся на те коробки. Я не знаю, что там, мне страшно. Так. Та-да-да-да. Пинок под зад. Опа! Прям что, ботинок застрял, давай. Стоп! Да. Чё? Меня балатошки сильнее били. Ну да такое. Ладно. Ну типа ощутимо, но не сильно. Ну на 10 долларов я пнул, если на чё. 10 долларов хорошо. Руся? Так, ну чё, раз он ждет, что кто-то на другие коробки перейдет. Да, да. Может тогда следующий уровень попробуем? Ну попробуй. Давай, чё бояться. Ого, там бумажки большие. Может... Тащи уже. Переверни. И прочитай нормально на камеру. Наступи на лопатку и поймай кексик, чтобы съесть. Кладем лопатку. На лопатку кладем свеженький кексик. Вот сюда. Если ты не выполнишь это задание, ты выбываешь из игры и теряешь все деньги, которые до этого были. Встаешь в полный рост и фигачишь ногой по лопатке, чтобы кексик попал тебе в рот. Как только кексик попал тебе в рот, ты его разжевываешь, кушаешь и молодец, все прошел. Чем больше раз ты роняешь кексик, тем грязнее он становится для тебя. Я постараюсь с первого раза это сделать, конечно. Давайте, первая попытка. И надеюсь, последняя. Блин. Блин! Рядом попал. Блин! Он большой, я не могу его сосунуть. Вот это точно сейчас в рот залетит. Блин! А грызок уже там. Так это зашибись, это значит в рот будет влезать. Я этого и добиваю. Он еще не съел его. Он грязный. Вот ну его нафиг. Кормит! Рот! Глотай! Ну подожди проживать-то. Глотай! Ну долго я мучился, конечно. Но все-таки добился своего. Ярик! Ладно, давай. Сейчас там его опять бить будут еще сильнее. Так, ты уверен, что там только еда? Да, там только еда. Я не уверен вообще никак. Я уже увидел. Сейчас покушаешь. Скажи, прочитай. Белой краской покрасить стену с помощью своей головы. У меня как раз кисточка офигенная. Если что, это обычная белая краска. Никакого вреда здоровью она не приносит. Ну что, пацаны? Тихо. Подожди, стой. Дай я это вот так. Да. Давай так. Ну, поглубже, четверик.
улыбочку давай. Ой-ой-ой, ну неплохо, неплохо, хорошо, справился я, молодец. Вот, не то что вы. Напиши лайк. Нормально? Пойдет, лайк написан. Ренис, выбирай коробку. Раз никто не хочет. Зеленую. Никто не хочет, никто не осмелился. Что и ты не осмелишь, что и я тоже. Войду калечь тебя. Мокрой линейкой по лбу. Ой, хорошо. Ты бьешь на $10. Да, на $10, я все помню, по лбу. Нормально. О, у тебя 1, 2, 3. Сантиметры отпечатали. Да нету там сантиметров, он еще проверяет. Руслан, давай. Ладно, какую бы вы хотели, чтобы я взял? Красную! 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 Давай, чай, ей сразу. Давай красную! Возьми красную! Прямо сейчас ты выбираешь задание за $10,000. Ты его можешь выполнить и получишь $10,000. Или ты можешь его не выполнять, положить обратно в конверт, и будет здесь опять два задания. Я могу другое взять. И можешь другое взять, перевыбрать. Но вот это моя добрость только один раз работает на всю игру. Не на каждого, просто я Руслану решил сделать доброе дело. Спасибо. Там прям в конверте. Там прям все солидно. Все в черную. Выглядит, конечно, классно. И страшно. Скелетики. $10,000. Что? Я не увидел. Скажи мне на ухо пока. Убирайте или показали на камеру? Убирай. Вы что гоните? Вы что реально гоните? Но мы понимаем, задание выполнимо, согласитесь. Задание выполнимо, да. Мы обязательно покажем, что находилось в двух конвертах. Но сейчас мы не будем этого показывать. Сейчас есть один конверт, о котором ребята знают. И есть один конверт, о котором ребята не знают. А давай перемешаем. Возвращаемся, Руслан, к тебе. Я говорил, ты можешь положить конверт обратно. Да, нет, после вот этого вот задания реально, вот я собрался и готов выполнить вот это задание. На $10,000 нормальное задание? На $10,000? Да. Нормально. Хорошо. Мне теперь интересно, что во втором там. Так, возьму это лучше, думаю. Опачки. Опачки. Щелбан в лоб. Это не красное. Руслану надо немного от шока отойти. Пойдем, щелбан поставишь мне. Первая коробка — это просто детские шалости. Они все еще обсуждают красное задание. Так ты возьмите его уже, бери. Нет, я, короче, понимаю, что вон туда я точно не хочу лезть, но и копейки я получать за то, что меня бьют, тоже не хочу. Или побольше взять. Нет, все-таки давай, да. Я беру больше, все. Давай. Задание закасать долларов. Я вначале это предугадал, я его еще спросил, ты готов будешь? Он такой, да. Ну, наверное, нет. Я такой, ну ладно. Прочитай. Подстричься под ноль. Я эту прическу, это моя самая любимая прическа, я ее долго растил. Ладно, Ярик. Ну все, мне свидания, короче, любые, просто все. Хочешь, мы даже тебе их обратно приклеим потом. Нереально, я капец, я не хочу этого. Но и вылетать я тоже не хочу. Давай, обдумай. Да чего у тебя все равно волос нет почти? Ладно, давайте. Ой, карман! Да! Ты еще да! Так вот мне отсюда. Давай, вот сюда, Ярик! Карманчик. Давай, давай. Погнали! Недавно спросил, ты готов на лысо, если что будет позриться? Нет, сейчас сидит, смотри. О, другой. Ой, хорошо пошло. Оставь ему вот эту. Нет, нет, да, нет, я не хочу быть как Лич. О, у меня вся семья охренеет. Подровнял. Что там следующее будет? Ярик, сбрей брови! Причем там, знаешь, кто бы не достал, написано «Сбрить брови Ярику». Ну, под ноль это под бритву, да. Ну-ка, сейчас исправим, Ярик. Спасибо, парни. Ты сам за зеленый потянулся. Там надо было обычно за $10 брать. Хочешь на Ярика стал? Да. Все вернули. Все потеряли. Не, ну нормально. Ну-ка, посмотри-ка. Идеально. Зеленый.
зеленую взял. Вот, Лена пришла. Если что, в задании было написано не стать лысым, а под яичко. Так, и сейчас аккуратненько сбриваем все полностью. Давай. Давай. Мужчина! Мужик! О, да! Это тебе. О, да! О-о-о. На память! Я браслет из них сделаю. О, слушай, мне это шняга может как-то понравиться. Вот так вот тебе с хвостиком. Ну все. Теперь вот в натуре избавился от проблем. Сейчас не мыть вот так вот не надо. И не расчесываться постоянно. Ну что ж, Ренис! Я что-то это, сыкую. Ну там уже там нету постричься. Поэтому я думаю, что там все остальное... максимально выполнимая. $100 подать, не? И все. Задание. Как я видел, что там написано. $100 только там. А вот так вот, переверни бумажечку. Что написано? Облизнуть металл на улице. Опа. Ну что, я еще не согласился, подожди. Кого погнали? Подумаешь, язык там, постоишь полчаса. И вот так вот, и все. Пойдем, давай, что там? Опять страшно! Иди! Ну все, пойдемте. Тихо-тихо, не торопись, не торопись, она все само сделает. Хорош! Что, говорить теперь тяжело? Как будто кончика языка, да, нету сейчас? Вообще не чувствую языка. Поздравляю тогда за $100. Имея случай, напоминаю то, что у меня сгорел дом. И я благодарен каждой финансовой поддержке, хоть это будет 100 рублей, но буду благодарен, если ты поддержишь. Карта Сбербанка, Тиньков. Донаталерс, криптокошелек будет в описании. Спасибо большое за поддержку. Все деньги пойдут на восстановление дома. Погнали дальше выполнять задание. Руслан, твоя очередь. Так, ну, наверное, пойдем по порядочку и вот эти будем завершать дела. Не смотрю. На, ну хорошо, читай сам. Лечь без одежды на гвозди. А погнали! Ну что, снимай футболку, штаны. Да, сейчас я вот просто смотрю вот на эту досочку и просто... Грустненько. Оно все в углях. Ну это грустно, да. Но ты можешь этого и не делать, как бы, просто сдастся, но вся твоя сумма сгорит. Я сдаться? Я уже раздеваюсь. Ну что ж, вот она кровать твоя, готова проверить ее мягкость. По 10-бальной шкале. А вот если я... Не хочу. Можно и так, можно и так. Но вся твоя сумма вот эта вот. Вот так вот сгорает. Хорош. Так, ну а теперь стоит тебе рассказать. Насколько она мягкая? Мягкая. Поставь лайк, пожалуйста. За то, что вот так вот все. Ребята из Телеграма, привет! Мы снимаем новый ролик. Вот получается, что случилось со спиной Руслана, когда он полежал на гвоздях. Там? Нормально. Это в Телеграм? В Телеграм это. Ярик! Ну как Ярик? Лысый! Есть камень, а я теперь кто буду? Лысарик. Лысарик, привет! Меня, я Лысарик! Шикарно! Все, Ярик, выбирай. Может быть, для тебя детскую коробочку вот эту вот, нет? Ты боулинговый шар. Я уже... Мне нечего терять. Тебе нечего терять! Хорошо! Ух ты, там что, там книга целая написана. В смысле? Там печатка, пока бубенчики не кончатся. Вот это хрень! Теперь не буду стрелять из оружия по яйцам. Так, там более вежливо написано. Там написано, каждый участник стреляет из нерфа по бубенчикам, пока патроны в пистолетах не кончатся. Из нерфа. Скажите, пожалуйста, там все вот лежит прям специально для Ярика. Все говно, а для них... По жопу. Почему он возникает? Он сам берет вот это вот задание за $1000. Да ладно, нет, ребят, я... Ой. А можно мне вот этот здоровый пулемет? 200 патронов, и я просто... Принес твое ружье с патронами и твое, Руслан, ружье с патронами. И мое ружье, ребят, цельтесь тщательно. Ты в меня-то... Минус патрон. Готов? Да я тебя спрошу, Ренис, готов? Я готов. Эчи! Давай. Ай, попал. Я тоже попал. Ай, попал.
Нет, нормально. Нормально. Давай! Все, уйди, скажи, пожалуйста. Все! Все, закончились! Все, патроны! Ренис? Ренис? Снова я, снова седая ночь. Да что мелочиться-то? Я сперва по 10 долларов брал. Прошло много времени уже, я 30 баксов только набрал. Взял синюю коробку, 130 баксов. А это уже 2000 с чем-то там. Я думаю, сразу... перегнать вас по деньгам всех. Ты уверен, что ты справишься с тем, что написано там? Я вот с тем, что на 1000, я морально не могу до сих пор справиться. Мне плохо от того, что я без волос. А ты уверен, что ты справишься с этим? Короче, я буду, наверное, брать зелененькую, потому что, ну, нерфами по яйцам это такое себе. Да и лысый тоже такое себе. Короче, проще, мне кажется, выполнить 10 синеньких, чем одну зеленую. Хотя нет, бред. Че это? Не хочу этого выполнять. Можно поменять? Нет, все. Давай, показывай. Там, блин, сложное что-то. Да нет, это неприятно. Тупо шутка неприятно. Я ненавижу это делать. Че делать? Вот это. Обливаться ледяной водой из бочки! Ну, чтобы вы понимали, ледяная вода, это не просто из ведра тебя облить, а это нескончаемо в тебя льется эта фигня зимой. Но секундочку, тут пояснение, ты можешь не раздеваться. Денис, готов? Да! Готов. Раз! Два! Три! Пошло! Назад двигайся! Назад двигайся! Хорош! Куда ты бежал? А эмоции? Да ты хоть расскажи, что было, что чувствовал? Чувствую себя мокрой кошкой, которую облили какой-то водой. Но не было, что я там нахожусь долго на улице, я поэтому... Что, облился, молодец? Я облился и смылся. Ты молодец. Спасибо. Вы не успели где-то там поплохо, придется убежать. Ну что, Руслан, следующий боец. Готов к бою? Готовый? Давай поднимемся. Давай. Нет. Ладно, парни, идите сюда. Какие вы теплые. Клевые. Что, красный кто не хочет взять? Красный. Руся, давай красный. Я? Да. Да. Мы все хотим. Я более чем уверен. Вот каждый, кто сейчас смотрит это видео, хочет, чтобы ты взял красное и выполнил его. Русь, ну минимум 3 дня больничного, если ты выбираешь красное. Ну, да, ну попозже, короче. Попозже, может, возьму. А сейчас, ну я вот, кстати, сейчас на 1000 ни разу не брал, они уже взяли. Ой, так что я думаю, я возьму на 1000. Че, соточки уже не интересны? Ну тоже интересно. Побери 1000, если 1000. Но я думаю, в 10 раз больше. Ну так-то логично. Опачки. Так. 1000 долларов. Натянуть 100 резинок на рот? Да. Это чего? То есть 100 канцелярских резинок. Ебать! У меня рот разорвется. Мне 10 резинок хватит, у меня рот порвется. 100 резинок, 100 штук. А что не 1000 там? 1000 же долларов. То есть у меня сейчас вот так вот будут резинки тянуться, у меня рот вот так вот разорвется. А, ты сам это будешь делать. Чтобы ответственности ни на ком не было, если у тебя... Если я рот себе пору, то сам, да? Сам порвал. То самое главное, то есть по 10 долларов за одну резинку. А резинки не вот такие, я надеюсь, которые там канцелярские, прям... канцелярские, обычно. Да? Давай! 100 резинок примерно это вот столько. Ну давай. Ладно, я шучу. На самом деле, давай не 100. 100, мне кажется, это слишком много. Мне кажется, вот столько вот наденешь, будет окей. Давай попробуем. Запомните мой рот таким, какой он сейчас есть. Так, ну все, первая пошла. Что, больно? Больно, нет? Нет. Терпишь? Вообще еле как уже. 2, 3. Уже нормально так тянет. Это только 3. 4. 5. Съем сейчас разлетаться. 6. 7. 11. 12. 13. 14. Уже стянуло сильно. А, не могу смеяться. Тихо. 16. 17. Аля, можешь нормально поговорить? Стой, подожди. Я не могу ничего. А, он должен снять. Все, снимай. Ага. Можно снять. Не можно. Так, давай. Давай. У меня ничего-то не остались следы. Улыбка, как у Джокера. Мне улыбаться больно.
Нормально все? Если что, в задании было 100 резинок, но, как мы по факту увидели, резинок Руслан накинул 20. Потому что на 100 резинках уже арбузы взрываются, мы посчитали это очень опасно. Поэтому мы сделали только 20. У меня рот теперь вообще неуязвимый, я вообще пылесос теперь. А что тянется во все стороны, туда-сюда вообще. Ну что ж, давай в очередь опять. Может, немного отдохнешь? Да, я думаю, но не хочу, чтобы меня били, я не знаю. Или что, пофиг, такое легкое зрение. А знаешь что, я тебе хочу предложить. Давай я тебе выберу. Нет. Из трех. Ну, из трех, без красной. Без красной? Тогда без... сам выбирай. Давай, любую, какую хочешь. Ну, ты достаешь. Я возьму ее, любую вообще, пофиг, давай. Давай. Ну, ты лысый, я думаю, тебе надо... Ну, давай, ладно. Пожалеем его, наверное. И достанем вот эту. Давай я сначала посмотрю. Можно? Нет, я первый посмотрю. Ну, ладно, на. Смотри. Надо, Дис, что-то хорошее достал. Нет, по его лицу нет. Классный же. Ну, это не лысый, но мне неприятно. На литр сы 1.5 литра воды. Вообще нормально. Да, это как бы, ну это, я не хочу быть как он мокрым. Изи, изи $100. Сы 1.5 литра, ты че? Просто изи. Сотка легкая на самом деле, да. Ну, хоть передохну немножко. Готов? Давай. Да, я тебе... А все, холодно. Продолжение. Яйцам холодно, капец. Она ледяная! Быстрее! Быстрее! Пожалуйста! А я знаю, Димой, как вылить воду из бутылки быстрее. Хочешь покажу? Быстрее показывай, давай, Вичу! Вот так вот. А почему? Из одной штаны. Там вообще вода не лилась сначала. Остался. Забыл стряхнуть. Да. Я не стряхнул, просто чуть-чуть. Не носи светлые штаны такие. Ярик, сколько писька не тряси, одна капелька в трусе. Я после бочки с водой не хочу выбирать зеленую коробку. Я лучше 10 выберу и голубых. Чего? Вообще фигня. 100 кругов на офисном стуле. В парке по стадиону. Да я просто так... Кручусь, сижу, когда делать нечего, а тут еще и покрутят меня, еще и $100 дадут. Да. Аттракцион бесплатный. 100 кругов мы крутим Рениса на этом кресле, и он не должен плевануть. Вот так. Мой будет первый раз, а ребята продолжат 99. Такс, это был один раз, ребята, вам остается 99 раз. Погнали. 2, 3, 4. И 100. Живой? Нормально. Не, серьезно. То, что не сильно крутили, меня не сильно качает. Прошу! Все-таки голубую. Да, пойдем по ней пока. Надо чуть-чуть сейчас расслабиться перед сложным заданием. Я согласен, нужно отдохнуть после всего, что там. Чего? Вот это жестко. Подвесить за трусы через канат. Это жестко. Это точно должно быть не в тысячи? Это нет, соточка, это за соточку. Ну что, готов? Давай, краешек своих трусов сзади. Это трусы Руслана, мы помним по предыдущему. Подожди, я напрягу попу. Все, готов? Застегиваю? ХЗ держится, не держится, ну вот так вот. Все, готов? Нет. Тебе надо немножечко подпрыгнуть, чтобы ребята зафиксировали. Выше, давай! Сейчас повисну, смотрите! Держите меня! Качелька! Все, не тяните! Вот они. Лови, забирай. Да подожди ты. Мне надо вытащить их тебе. Меня подняли там еще. Резинку видели, как вылез грамотно? Кто у нас следующий-то будет? Лысярик? Лысярик, да. Не напоминайте, пожалуйста. Да ладно, это прикольно. Да нет, ты, наверное, иногда забываешь, когда в зеркало не смотришь, что ты стал лысый. Да я вот в окно смотрю, я вижу то, что я лысый. Не, ну нормально же, нравится тебе? Да. Нет? Да? Конечно. Ну тогда еще зеленый бери. Ну что, $1000 или $100? $10,000! Вот ты домой сейчас пойдешь, наверное, сейчас выйдешь, домой пойдешь. Лучше уж зеленый взять, потому что
Как бы к ней я уже привык, это моя любимая коробка. У меня с ней очень много памяти. Сейчас еще больше будет. Серьезно? Покрасить все тело текстурой. Текстурой кирпича. Это ты сейчас снимаешь вверх, мы тебя изолентой вот фигасим, потом делаем текстуру кирпича, потом штукатуркой, а потом гуашью. Все, готов? И я... Нет, конечно, я согласен, все, вы гоните, что ли. Пофиг на эту текстуру кирпича, я лысый, мне нечего терять. Изначально мы делаем вот на этом теле текстуру кирпича благодаря тонкому малярному скотчу. Я буду лысый человек-кирпич. Кстати, слава богу, то, что ты постригся, потому что мы на голове тебе тоже сделаем кирпич. Офигенно. Ты камень, я кирпич. Офигенно. Кирпичный лысярик. Вот такой вот серого цвета немного отдает красным, кирпич у нас получится. Розовым дает больше. Немного не подрасчитал. Так. Ааа, как холодно! Какая холодная. Это краска, перемешанная со спаклевкой. Она сейчас подстынет и будет как кирпич выглядит. Все, можно? Мне часто говорили, что за мной как за каменной стеной. Это мама говорила, что... Не, это дети в садике, когда он приходил к ним, говорил, что... Мы за тобой, Ярик, как за каменной стеной. Не, ну ты в натуре, ты вообще красавчик. Вот с такой прической, с таким... Вот так ходи всегда. Вот это твой вид. Вот да? Это тебе. Честно? Реально. Ты прям а вообще... ты бы влюбилась в меня? А? Вот я уже чуть-чуть, да. Денис! Вот сейчас он зеленый вытаскивал? Он вытаскивал за косарь. Да я за 100 тогда буду. Что-то на него смотрю. Ладно, тебе попробую, это так интересно. Какой-нибудь уже достали. Моя сильно покрошена. Ну-ка! Съесть все оливки! Я хочу! Я ненавижу оливки. Блин, они вкусные! Можно я заберу его задание? А можно он за меня съест? Да даже так, пофиг, давайте я за него съем. А я деньги получу. Да, можно, я оливки обожаю, пожалуйста. Андрей! Нет. Да блин! Потому что... Здесь оливки, тебе надо их съесть, и плюс выпить всю жижу, которая там находится. И жмурку! Что? Тут написано только оливки съесть. Съесть все оливки. Ну, для чистоты эксперимента нам надо, чтобы и жижи тоже тут не было. Открываю прям при тебе, срок годности нормальный. Смотри, какие оливки хорошие. Осталось один день. Капец, они, смотри, как вкусно выглядят. Они еще и без косточек. Прошу. Они даже пахнут противно. Это вкусно! Тебе не капец какие вкусные. Я бы вторую банку попросил. Вообще противно. Для меня это за 1000 долларов, не за 100. Для меня на трусах качаться было тоже за 1000, а не за 100. Ну это вообще... Я же 8 раз подумал отказаться. Вот огурчики соленые принесли бы. Чух. Что, сколько осталось? О, еще немножечко на самом деле. Где ты? Мои вкусовые рецепторы уже, ну, дают сбой. Вот так вот мне дают в голову, что, ну, Ренис, не надо. Не ешь это. Вот отсюда. Вот так вот. Так ты не Ренис, ты Денис. Р-И-Н-И-С. Ренис я! Ренис, не Ренис, не Редис, не Румис, не Рафик. Кто там как пишет? А Денис! Да. Ренис. Денис. Ренис. Можете его оливкой назвать. Все, что осталось, только выпить. Угу. Сейчас надо прийти в себя. Ох, ты ж, мать моя женщина. Смотри. Подожди. Ну посмотри просто на это. Там же разводы какие-то. Помнишь, как мы пили воду? Представь, что это водка. И просто оп, и все. Это мы на рюмки надо ливать. Могу. Уши заложила. Проще. Глотнул, закрытым носом уши заложила. Чуть-чуть кисло. Противный вкус, как будто реально моча. Ну я не пробовал. Опачки. Ой, град! Опачки. Вот и все. Заихни. Жопу почесала. Самое противное, это на дне что-то там, вот эта перхоть, которая попала мне в рот. А где этот был измен? Все вымаливать надо. Банка
полностью пустая. Даже сок выпил. Хотя это было не обязательно. Ты сказал обязательно. Это я сказал обязательно, а тут на бумажке-то не написано этого. Съесть все оливки просто. Ну я тебя запомнил, вспомнил. Какой цвет больше нравится? Красный, может быть? Голубенький. Красный. Красный? Красный. Тебе нравится больше красный? Красный, да. А ты хочешь поучаствовать, может, на один раунд с нами? И взять красный. Давай, я могу поучаствовать, я могу. Да. Я участник, я четвертый участник. И тяну сразу же красную коробку. Давай, давай. Так, тяну. Я знаю. Это... Так, ага. Все, видите? Да, видите? Да. Давай. А? Давай. Интересно. Ну нафиг. Все, ты поучаствовался, Андрей? Я все, я поучаствовал. Спасибо за участие. Мне хватило, все, я вылетаю из игры. Может быть и с нулем ушел, но не так страшно. Продолжаем, Руслан. Спасибо за участие тебе, конечно. Ну я, наверное, вот это возьму какую-нибудь. Вот такую вот возьму. Ну-ка. Чего? Что там? Показывай, показывай. Что это? Что? Что там? Продиктуй. Давай, давай. Скажи. Говори. Это я представил просто как. Скажи, что там? Пукнутая маска. Как это происходит? Несется медицинская масочка. Каждый участник не пукает. А потом участник, который вытянул эту бумажку, надевает ее, пока не настанет его очередь опять тянуть раунд. Вы не хотите, может, пукать? Я хочу. А я не... Он после оливок! Кто придумал? Пукнутая маска. Инструкция, как это делать? Тихо. Берется маска белой стороной, подносится к пятой точке вашей, делаем спокойно пук, передаем маску следующему участнику. Вот так вот это делается. Руся, кнопку! Одевай! Меня после первого... Тебе выемка сделала сразу? Заколебал, там выветривается же, но... Ну вот чувствую оливки. Все, я надеваю. Вот это как в фильме «Маска», это если я надену, сейчас все, я другим человеком стану. Да, вонючим. Ладно, погнали. А теперь дыши. У меня глаза жгет. Нормально. Совсем ничего страшного нету. У меня же в глазах потемнело. Это от смеха, я думаю. Надеюсь. Ну вот она, пукнутая маска на мне. До конца круга. И... Ярик! Вот здесь дают дышаться после смеха, а тут пукнутая маска еще не отошла. Да отошла. Так, я хочу пойти по максималке. Красную бери. Не, ну я реально, я думаю ее взять. Давайте, наверное, вот с этим еще пару раундов сыграю. Еще пару? Ты что гонишь? Давай красную. Давай, ты возьмешь красную, потом я возьму красную. Да ты там нюхай пока. Я уже вообще не дышу все время это. Так, ты повтори ему туда. Второй зал. Я могу. За второй столик можно повторить? Чего? А, я понял. А чё, в смысле? Читай. Скушать кислую мандаринку. Скушать кислую мандаринку. Это мы перепутали, это за 10. Серьезно? Подожди. Про кислую, может, там... Не, кислая мандаринка, она здесь. Скушать кислую мандаринку каким-то образом оказалось в коробке за 1000 баксов. Это наказание должно было быть за 10 долларов, но так получилось, что мой косяк. Сейчас принесем кислую мандаринку. Она просто кислая мандаринка, ничего больше. Если Ярик ее скушает, он получит 1000 баксов плюсом. Может, там не кислая, а прокислая? Нет, она даже свежая. Да, она скушает ее тоже, скажу, вроде. А, в этом проблема? Типа, вот это обязательство? Не, я только что придумал, чтобы на косарь хотя бы выглядело. Цедру есть спокойно можно. Так что, это даже так на косарь не выглядит. Ой, оставь вот эту попку-вкусняшку с корочкой на потом. Прям в конце ее сахаришь. Я всегда так, если что-то... Если у меня, допустим, три конфетки, одна прям вкусная и две такие средненькие, я сначала ем, а потом вкусную. Чего нашел-то? Да там сейчас еще будет сладкое яблочко. Круто! Блин, я счастлив. Мне теперь не жалко, что я лысый.
Ну ты вообще молодец. Да. Даже хлопать не Че, где аплодисменты? Да вы просто завидуете, я оказать только что за мандаринку получил. В натуре, Ярик, ты такой молодец! Ты съел ее! Да, я тоже! Мандарин съел! Да, ты съел мандарин! Это даже не оливка, это мандаринка! 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 Ну что? Дальше кто? Я? По сути, по факту, ты! Не хочу я! Выбирай, либо красное, либо зеленое. Сейчас уже можете как хотите. Посмотри, там спелый банан. Поверили, да? Думаю, я возьму, может, красненькую. Да? Может, да. Мне интересно, я вот хочу вторую достать, а чтоб вам осталось так. Помните, если вы не выполните задание, вся сумма сгорает. Да. Все, что вы сегодня натворили, все это сгорает. Да, Ярик? Блин, а если так попадется? Прикинь, я оливки зря хавал. Пукал маску зря. Ну не, это ты вон дури, на потом. Качественно, я бы сказал. За 1000 я возьму. Да блин, ну почему я? Почему я? Закопаться в голом снегу! А это на сколько? Закопаться? Раз, два, три, четыре, пять, и все, я откопаться. Шесть. Ну, чтобы мы зафиксировали положение. Вот взяли лопату, получается, для снега, и ждем Рениса. Будем его наказывать. Как-никак, наказание у нас за $1000. Как и мандаринку съесть. Ну, мандаринка это ошибка. Тут глубоко аккуратнее, Ренис. Хорош, ложись, закапываем. Фигась, еще не закопали, погоди. Закапываем. Немного осталось. Еще немножечко. Еще немного, терпи. Еще немного. Раз, два, три, четыре, пять. Хорош. Да? Хорош. Все, наказание выполнено. Ну, точнее, задание. В моменте, короче, очень тепло стало. Не знаю, все тело покрылось гусиной кожей и очень тепло стало, прям резко. Когда там очень жестко было. Прям как будто тебя режут и так всего, не знаю. Очень больно покалывание, как будто иглы втыкаются, не знаю. И непонятное ощущение, ни разу не лежал так под снегом. Вот ты мне говорил, если бы ты не говорил, я бы вышел. Ты говоришь, держись, Ренис, держись, сейчас почти, я такой... Нее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 ee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 
Знаешь что? Самое главное. Ты можешь снять маску. Твой круг остал. Все, в натуре. Пора перестать дышать. Тебя обновить? Да нет, спасибо. Я это много не это нюхаю. Так, смотри, Руслан. У нас осталось два задания в красной. Что-то никто не хочет выполнять. Дофига осталось вот здесь вот. И что, выберешь? Я думаю, вот эти уже вообще, кто их возьмет, тут, мне кажется, пусть ну, слабак. Да, пусечка. Поняли? Да не трогать. Вот этими давайте, этим столом поиграем. А этот стол уже нам вообще не нужен, я считаю. Погнали. И там не выпадает. Разрезать всю свою одежду. Чего? Всю свою одежду. Блин! Посмотри, трусы у тебя уже разрезаны. Да подожди, это знаешь, это вот этот вот подарок. Да, ему на Новый год это же подарили. Мне Даня, монтажер наш, подарил. А знаешь, самая первая реакция на эту футболку была... Зря ты ее надел. Да, ты прям так, ты знал, что... Я знал. Так я же писал все задания. Нет. Капец, нет, это вообще... То смотри, самое главное, Даник этот ролик будет монтировать. Да. Смотрите, у нас так получается, в Новый год наш монтажер, который монтирует этот ролик, подарил Руслану вот эту футболку. Камень. И прямо сейчас, только из-за футболки, Руслан думает. Нет, я тогда... У тебя вся сумма сгорает, понимаешь? Да, я знаю. Пускай сгорает. Ты отказываешься? Достойный поступок! Хорошо, блин! Главное вовремя остановиться. Ну, немного не вовремя остановился, но все равно. Как будто даже слезы прошли. Это вообще Данечка. Не продамся я за дружбу. Это подарок. Все, я пошел. Молодец. Все, король. Все, давай. Давайте удачи. Ярик, ты остался у нас последним в этом кругу, получается. Выбирай коробку. Ну что, я пучка, наверное. Но, хотя... Я же говорил, что через пару кругов сделаю жесткий. Жесткий это вот.
Да. Да? Серьезно? Так. Все ради контента. Так, разворачивай. Жесткий конверт за 10 тысяч долларов. По-моему, я достал тот самый. Нет, не тот самый. Ого-го. Что там? Да так-то нормально. Это смерть, ты в курсе? Это может, это как бы смертельно опасно. Что там? Пролежать под проезжающим поездом. Так это я могу сделать. Это задание за 10 тысяч долларов. В этом задании указывается пролежать под проезжающим поездом. Это смертельно опасно на самом деле. А то есть, если там выемка хорошая, можно лечь. Ну с выемкой хорошая. И главное, да, не перепугаться и не встать. Ну, на то, что там было первое, я был готов. Реально, я был готов на первое. То, что мы вместе видели, я думаю, блин, ну ладно, это как бы терпимо. Нет, это нет. Не, каким бы я дебилом не был, даже волосы на все. Ну это очень жестко. Ну, я не вижу смысла продолжать. Все участники, все, их нету. Ренис, ты самый главный победитель, хотя, знаете, на протяжении всего ролика все три участника могли в любой момент отказаться от игры и просто забрать деньги. Ты будешь выполнять последнее задание? Надо думать. Сейчас, подожди, дай мне 30 секунд для размышлений. Я задумывался над этим. Почему я передумал, я не помню. Ну почему-то же я передумал, значит не надо это. Нет, я отказываюсь от этого задания. Помнишь тот самый первый конверт, который Руслан открыл в начале ролика? Вот он, это тот самый конверт. А в нем было сделать обрезание. Огромное спасибо за просмотр. В нашем ролике победил Ренис, он выиграл вот такую сумму денег. Я поздравляю. Другие проиграли, потому что вовремя не остановились. Большое спасибо за просмотр. Пока.